Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя Легенды. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал, нажми на колокольчик и будь первым. Ребята, всем привет! Срочно поставьте лайк и досмотрите это видео до конца, потому что в этом видосике будет именно ваш состав. Играем за составы наших подписчиков. И, конечно же, мы играем на нашем топовом аккаунте сотого уровня с полной прокачанной подпиской Додзе, а также на этом аккаунте есть все персонажи, они все сотого уровня, все платиновые и полностью прокачаны. Кто хочет такой же аккаунт, кучу баксов, фундаги на сотый уровень аккаунта, подписочку Додзе, ссылочка есть в описании на нашего подписчика. Ребята, пишите ему, он вкачает аккаунт, также говорите, что от команды Detol вам будет бонус, количество бонусов, естественно, ограничено, так что ссылка в описании, пишите и наслаждайтесь игрой так же, как команда Detol. Да, ребята, а мы отправляемся в турнирную арену Лигу Мастеров, и сейчас мы возьмем первый состав от нашего подписчика, кто это счастливчик. Так, а это у нас Бавл Бравл. Бавл Бравл, тебе лайк и сердечко, состав загадочка, я все сделал, пожалуйста, заметьте, подписался, лайк поставил, поделился, и, конечно, нажал колокольчик. Так, что так, у нас за составчик? Состав. Всегда есть пиццу, это у нас пиццелицей, конечно же, любитель пиццы или нет? Подожди, всегда есть, может, майки? Мне кажется, это майки больше подходит под я это я что-то пиццу услышал, и сразу мне пиццелицей показался, но это наверняка майки. Слушай, а где у нас майки? Надо будет найти его. Вот он, в самом начале. Так, был так. Человеком и стал собакой. Был человеком и стал собакой Крис Брэдфорд. Да, Крисик Брэдфорд. И был собакой, а стал одними костями. Так, Рокзарчик. Ну, Рокзар. Да? Ну, только это не Рокзар, наверное, а получается вторая эволюция, когда он с собакой был. Ага. Ну, вот написано. Был собакой и стал одними костями. Ну, так тогда кого ну, брать? Да. Ну, даже не знаю. Давай возьмем для начала Криса. Крис у нас мощный друг. А ты хочешь взять кого? Острозуба? Острозуба, да. Давай возьмем острозубчика, поехали в бой, ребята. Не забывайте, что попасть в видосик нужно обязательно поделиться, поставить лайк и написать три персонажа за столбик в комментариях, либо три загадочки, а мы будем их разгадывать, потому что вы попадете в следующее видео. Так, ну что, погнали, у нас здесь Эйприл есть, и давай с нее начинать, прям обычную или буякаша даже сразу можно зарядить. Да, мощную атаку попробуем Эйприл уничтожить, она у нас хиллер, а хиллеров мы должны уничтожать первыми, потому что они всегда портят нам всю игру и лечат своих союзников. Давай так, атаку повысим. А, ну давай. Все равно я не думаю, что он добьется одной атаки, и это намного будет эффективнее. Давай так и сделаем, повысим атаку, тем более уклонение у нас еще у всех ребят есть. О, ничего себе, контратака у Майки появилась каким-то чудесным образом. Ну, очень что, хорошо. Мощную атаку, либо обычную? Давай обычную попробуем. Давай обычную, потому что можно промахнуться, здесь видишь уклонение 6800, даже обычной атаки достаточно. Великолепно, справляемся, ребята, у нас здесь, ой-ой-ой, это же Макмен. Атаку понизил? Вот это да. Поворот. Так, ну что у нас? Майки, у него куча бафов и... Ну давай по Крису, давай по Крису, смотри, повышенная атака. А майки атака. Же у нас есть, а, или это изведение, да? Да, это у нас изведение, он особо ничем не опасен, кроме как уйдет невидимость, спрячется и будет там сидеть. Я думаю, так и произойдет в ближайшее время, прям следующую атаку. Так, Криса Брэдфорда добьем, обычно давай попробуем, вдруг промажем. Да, промазываем, видишь, да, как хорошо засейвились. А смотри, у нас здесь понижена атака аж. Ну тогда да, обычную используем. Давай обычную, да, тоже используем, 2500. К сожалению, не добиваем, а Майки, конечно же, уходит невидимость. Что же он мог еще сделать? Ух, хорошо, еще, движемся смотри, дальше. Меткость повышена. У нас защиту повышает, а атаку повышает. Атаку повышает, Макмен бьет со всей силы. О, какой дамаг! Это было мощно. Мощно, очень. Так, попробуем добить Криса Брэдфорда, отлично. Ну, нашего Криса Брэдфорда мы можем спокойненько так потерять, ребята. Это, конечно, ситуация не из лучших. Смотри, смотри, давай с ноги уклонение, по Макмену, потому что у него нет уклонения уже. Давай так и сделаем. Атаки с ноги прям, ну-ка, Крис Брэдфорд, 7200. Ну что, добьем? Я думаю, да. Что добьем. Да, обычной даже атакой. Бам, добиваем Макмана. Все, Криса Брэдфорда мы теряем, к сожалению. И у нас остается одна карай, будем ее потихонечку атаковать. 2300. И карай в ответочку бьет сразу, но у Майки скорость большая, он еще раз бьет. Да, Майки у нас любитель побить. Давай обычной атакой тоже. И, ух, чуть-чуть не добили, там у него вообще капелька хелсов осталось, мне кажется. Наконец-то пропал дебаф, который понижал защиту.
Да. И Майки двойной атак, наверное, добивает Карай. Отлично. Ну все, Майки, тебе сейчас не поздоровится. Вот так вот, 7000 сходу, он еще и подлечился. Ты смотри, что творит у нас БКШ. Даже откатилась уже атака. И мы сейчас ее а используем. И может быть даже добьет, нет? Нет. 3700, слабенько. Так, а ну-ка, что у нас за рука? Вот такая вот сильная, ребята, это победа. Правда, не все персонажи выжили. Была классная игра, спасибо огромное. Мы отправляемся дальше. Так, и какой у нас следующий состав? Так, а это у нас Ольга Манина. Ольга, тебе лайк и сердечко. Мой состав загадочка, отлично. Кролик в шляпе, лучник, Майки и человек с мини-гоном. Есть такой. Так, давай. Давай берем у всех. Так, кролик в шляпе в самом конце у нас. Лучник Майки, это у нас лесной друг в капюшоне. И человек с мини-гоном. Лучник Майки, это вот, вот он сейчас, пролистал его. Вот а, он, вот эльфенок. Этот вот? Эльфенок, да. Точно, Майки, там да. Майки. Так, и кто у нас здесь? Кролик и человек с миниганом. Они прям в конце у нас находятся. Вот они, подряд, смотри, как идут. Вот. Отлично. Такая вот история. Всех погнали. И погнали. Да, ребят, не забывайте делиться обязательно этим видео. Кнопочка прям под видосиком есть поделиться. Делитесь со своими друзьями в соцсетях, ставьте лайки и, конечно, пишите ваши составы в комментариях. Так, ну что, у нас здесь есть розовая корочка, так что давай с него прям начнем. Хорошую атаку от нашего Майки. Ну, неплохо, кстати, на 3000. Это для Майки очень хорошо. Вот так добиваем мы кошечку сразу с двух атак. И отправляемся супер. Дальше. И здесь Майки и противников снимает дебафы. Не знаю, зачем это сделано, но... Ха, это его любимая пассивочка, которую она использует. Так, а мы что сделаем? Смотри, двойная атака на повышенной атаке. Может быть, по Ване Стиранко атакуем? По Ване Стиранко? Давай попробуем. Ване Стиранко добьет Ване Стиранко, да? Ух, если кританет, хорошо будет. Ой, как кританул! Вот молодец. Очень хорошо. Так, контратак. Ура, появляется диалоговые окна. В нас прям полетели. Смотрим. Да, контратака это плохо. Так, кого? Майки, одни Майки у нас здесь практически. Давай вот этого Майкосика. Он, кстати, может уйти. Только есть, по-моему, три Майки получается. А, не, Раф. Раф, да. О, не добил. А, нет, добил. Я уж испугался, добил, что так добил. Мало. Дамага-то нанес. Так, массовая летит, мешочки в нас. Так, у всех контратака появилась. Да что происходит такое? Так, а что у нас? Миниганы, ракетницы, гранату бросим, да? И... А, гранату нет, двойную, да. Давай двойную. А, вот, ну, смотри. Да, на повышенной атаке Ваня тут бьет как не в себя просто. Так, супер мощно. И теперь мощная атака от Рафа. Ну так. Устойчивость. Да. Устойчивость понизил, а у нас мешочки да. летят. Да, мешочки, массовая атака, хорошая очень по дамагу получилась. И просто обычной атакой добиваем и побеждаем. Супер, можно двигаться дальше. Так, у нас следующий составчик от нашего подписчика, а это подписчица Света Глыбина. Света, тебе лайк и сердечко. Так, все условия выполнены, обязательно нужно поделиться. Так, и у нас здесь состав загадочка опять. Ух ты, ничего себе, как много загадок. Это у нас очень жирная свинья. Очень жирная свинья. Да, Бибоп наверняка, конечно же. Худой волк и акула. Акула есть. Худой волк, это у нас Рокзарчик, да, получается? Волчонок наш. Так, сейчас мы его возьмем. А где жирная свинья? У нас так много свиней, кстати говоря. Какую же выбрать? Не знаю. Давай вот этого выберем. Свинья? Ну давай эту, да. Почему бы нет? Да, да, они все приблизительно одинаковые. Вот, смотрите, самая жирная, мне кажется, из всех свиней, которые есть. Ха! Поехали в бой, да. Ребят. Не забывайте делиться видосиками. Обязательно лайки ставить и писать комментарии свои составы. Так, ну что у нас Лео. Здесь? Лео, да, конечно, Лео, про последнюю мощную атаку. Давай. Мне кажется, последняя мощнее будет. Давай, 4600, слабенько написано, но дамаг был хороший. И что у нас очень здесь, хороший. Локоть или просто обычную? Или ножички? Да, ножички. Ну-ка, ножички полетели в Ой, чуть-чуть не добили ножички, еще и подлечился. Лео, ну как же так? Ну ладно, справимся, надо было локтем бахать его. Я думал, что ножичками тоже хорошо залетит. Так, Дони у нас здесь защиту вешает сразу своим союзником. И смотри, Бакстер Стокман ракету запустил Фармагона. Мощно. Да, хорошенечко нас атакуют так, ребята. Прессуют очень сильно. И у них преимущество есть. А что сделать? Давай сагрим, на волка. Слушай, и тогда его зафайтят очень быстро, потому что от этого никакого толка. Давай вторую атаку используем. Ну давай, давай. Давай так и сделаем. Бам, постепенный урончик прилетает. И здесь кусанем или прям мощно кусанем? Мне кажется, мощно нужно добивать давай его. Давай добивать. Хотя у него уже постепенный урон, но защиты.
повышена. Да, защита повышена. Можем мало дамага нанести. И здесь, оп, на 6900 прям 100% добили. И что у нас теперь здесь? Можно с локтя ударить и в принципе... Давай по Макману, наверное. Майки. Хотя Майки было бы неплохо вынести. Ну, у него уклонение, видишь? Ну, видишь, да. Какая проблема тут. Давай с локтя прям Макмана, потому что по нему нейтральный дамаг будет. Не пониженный, не повышенный. Вот так вот на 6200. И Макман у нас, кстати, один из самых сильных здесь противников. Да, он может очень большой урон выдать. И нам еще скорость атаки понизили. Да. То есть мы будем атаковать гораздо реже. А это плохо, ребята. Скорость атаки очень важная вещь. И здесь у нас пока что нету никакого преимущества. Нас прям добивают. Ты смотри, как мало дамага у нас осталось. Что же делать-то? Не знаю. И ой, смотрим, Майки у нас ускоряется, да, получается? И даже повышает атаку. Да, повышает. Это плохо, это плохо. Ну что, по Майке, наверное, или... Нет, давай по Бакстеру Стокману будем бить. Не знаю, справимся мы или нет. Постепенно урон повесили. Гранату можем кинуть, да? Да, давай. Ну-ка, давай. Атаку, может, понизим? Давай. Граната. Бам! Атаку понизили. Неплохо. Еще не понял, что, задело Майки, что ли, гранатой? Не знаю, что-то произошло. И смотри, у нас Роксан, мы практически его теряем. Да мы теряем вообще практически всех. Представляешь? По... Ты ух, смотри, ты как ждать, они выбивают. Только... Бибуп, не знаю, один он справится. Я думаю, что нет. У нас уклонение. А, у нас уклонение. Это большое преимущество, ребята. Я не знаю, давай обычными атаками бить. Потому что у нас повышенная атака есть. Смотри, как он выбивает всех. Одного за другим. Биба просто жирный свин. Ты молодец. И ножички. Давай обычная атака. Да, ну, обычная. Да, можно было 5000 тоже. Ай-ай-ай, на последнем издыхании бибончик. И граната или просто обычный? Давай просто обычный. Да можно обычный, мне кажется, спокойно уже. Хватить и добивать. Ребята, это была очень интересная игра. Не забывайте ставить лайки, подписываться и делиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. С вами была команда Detol. До новых встреч, новых видео. Пока. Пока.